Едем хорошо. Все, я захватил, не? А что она не захватывает? Давайте возьмем ее. У нас 163 осталось, это очень мало. Давайте, парни, осталась последняя точка. Как-то у меня спрашивали: Костя, а какие сейчас самые топовые онлайн-игры? Конечно же, самые топовые онлайн-игры на games.conscar.ru. А при регистрации нового аккаунта ты получишь приятный подарок в игре. Все ссылки в описании. Эй, вот из Яны. И вот я снова куда-то лечу. Ежедневная награда сегодня. Отлично, да. По ссылке в описании ты сможешь зарегистрироваться и получать также ежедневные награды в Enlisted. Вот. Это официальная ссылка. Так что переходи, создавай новый аккаунт и радуйся наградам ежедневно. Так, забрать награду. Значит так, я нахожусь здесь для того, чтобы получить сегодня 100% прокачки опыта. Это хорошо. Так, 15 сентября 1940. Так, это что? История какая-то. Битва за Тихий океан у меня уже была. Подожди, я хочу выбрать теперь другую битву. Я могу выбрать другую битву? Так, вот, мы сражались за Тихий океан. Насколько я помню, я что-то там... Что-то не получилось справиться, по-моему. Вот. И сейчас я хочу попробовать какую-то другую битву. Есть битва за Москву. Есть вторжение в Нормандию. Есть битва за Берлин. Есть битва за Сталинград. И есть битва за Тунис. Слушай, Тунис, он тоже такой тропический. Поэтому я хочу за Тунис. Так, ну и мы выберем... А, вот эти пускай будут. Все. Я хочу начинать. На, поехали. По эксцессии 4 секунды. Сейчас отвою, так сказать, эту битву. Так, в бой. Я начинаю сражение. За Тунис, да? Чё себе он на меня смотрит? Чё-то не ладно. Так, ладно, хорошо, я начинаю сражение. Так. Ой-ой-ой, что-то совсем не ладно. Графон прям вообще очень современный. А что, даже в тачку можно сесть, ну-ка? Нет, не садится или как? Оп, ну-ка. Да, садиться в тачку, прикинь. Я могу даже на тачке ехать, не бегать себе. Вот, поехал, так, ладно. Скорее всего, она мне не понадобится, эта тачка. Так. Я бегу. Что здесь надо делать? Это наши вообще? Это наши. А нам надо уничтожать именно... Сейчас, наверное, будут подсвечиваться как-то. Или наоборот, не подсвечиваться. Так, что там начинается у нас? Вон они стоят. Оп, есть попадание. Вот это что-то не зашло. Что-то я не понял. В смысле мимо? А как приседать? На какую кнопку? Что-то не понял. А, у меня что-то там, я направление, по-моему. У меня персонаж-то не проседает, нифига. Так, ладно. А что такое реально? Почему персонаж не проседает? А он может хотя бы лечь? Так, лечь может. Я ползу и... Сейчас я буду их выслеживать. Так, есть. Голова имеется. Так, вторая голова. Ты чё там, Мы не на курорте. Ой, подошли как близко-то. Так, а патрон у меня 18? Ой, что-то прилетело, какая-то фигня. Шесть в обойме. Так, 888, это то, сколько нас осталось, что ли, или что-то такое? Так, я ему дал. Я второму дал. Опа, ничего себе раздаю.
Оп. 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 Я надеюсь, по нашему урон не может пройти там. Вы что, попасть не можете? Бегают, как я не знаю. Так, мимо. Графон прям вообще. Лютый. Отлично. Двигаемся к следующей точке. Так, было 600... 100 тысячи. А, это по точкам, что ли, захват какой-то идет? Так, наша задача, наверное, и после каждой точки, что ли, у нас обновляется все? Идем к следующей точке. Блин, у меня патрон сейчас кончится, я могу тут как-то пополниться, не? Должна же быть точка пополнения. Так, вот они. Так, есть голова. Да, вот патрон у меня сейчас кончится, как мне быть-то? Что-то вот это мне непонятно. Так, я понял, как быть. Не, а вот если я остался жив, то должно же быть где-то пополнение. Так, и мы можем в реал-тайм смотреть на карте. Так, а что я сюда сел? Что я сюда сел, я не понял. Мы куда-то едем с напарником. Ладно, окей. Выходить не будем. Так, ну что себе пробил? Пробил забор. Так, ты стену хочешь пробить, что ли? Так, я понял, вот тупит. Вот, я не знаю, ты чё? Или это реал так тупит? Так, у меня пистолет. А где моя нормальная пушка? А, у меня только Infield. Номер 2 МКЛ какой-то. И всё? Это моя пушка? Наши силы на позиции. Потому что я в танке, что ли, заспавнился? Так, а он, захват идет. Так, продолжаю стрелять. Так, с пистолета также в голову один раз надо дать, или? Нет, не один раз, наверное, два раза надо дать. Так, о, это что такое? Что-то растет тут из земли. Чувствительность какая-то здесь непривычная. Так, ну у этого каски не было. Так, дайте мне какого-нибудь нормального, там, я не знаю, который будет с пулеметом, что ли. Так, во, со снайперкой. Так, что-то затаил. Что-то тут затаились. Атакуем следующую позицию. Так, хорошо. Это куда? Это вон. Вон там. Следующий захват.
О, это что такое еще? Это глюк. Серьезно? А, все, отошел. Я думал, я теперь так буду целиться. Так, это наш побежал. Так, ну-ка, управление еще раз я могу. Все-таки настроить-то, чтобы... Где управление? Что, и управление не вижу. Кнопок. У меня что-то приседания нету. Так, 120 метров. Я бегу. Ты как так спотыкнулся-то? Так, опа, вот это враг. Опа, упал. Так, что тут у нас еще? Кто тут у нас, вернее? Опа! Не сбил его нафиг. Это кто? Это наш? Так, это наш тут. Так, я здесь в открытую прям. Да чё ничего не залетает-то? Есть голова. Чё ж пушки так долго перезаряжаются? Так, ещё голова. Ещё голова. Мимо. Чувствительность прям вообще не очень это. Ну да, чувствительность прям вообще не такая, как надо мне. О, нормально, на ходу дал. Опа! Ничего себе раздавать начал. Отлично, сейчас я их всех на расстоянии тут. Наш там еще не захватывают, не? Так, нормально по головам идем. Вот реально, где патроны-то брать потом? Они же реально имеют свойство кончаться. Ну-ка, на карте-то на пол... Нет. Не показано. Так, этот что-то стоит. Да блин. Как же мимо-то? Так, все, последнее. Последний патрон. Хорошо. Так, и все, и нет патрон. Ой. Так, немножко ушибся. Блин, нет патрона, это вообще плохо. Может быть, все-таки я смогу здесь как-то? Ну вот, удивительно, когда нет патрона, меня убивают. Может, для того, чтобы у меня патроны появились? Так, идет захват третьей точки, потом еще две. Я думаю, это будет победа. Так, мне дали такую винтовку. Хорошо, я иду. Так, а захват что, отменяется? Ну, что-то чуть-чуть захватили и все. Так, это что, арбуз? Ну-ка, это кактус, а его можно как-то... Нет. Неубиваемый кактус! Все, давайте захватывайте ее там. Чтобы не было проблем. Так, оп. Есть голова. Ничего себе словил. Блин, тут дофига прям. О, ничего себе, нормально-то. Попадаю. Несмотря на чувствительность, которая настроена крайне неправильно. Все идут и идут. Это кто? А, это наш. Так, это уже все. Так, есть голова. А ну стоять. Раздаю голову вам.
Что-то понять не могу. Они что, бесконечные, что ли? Что-то они прям реально лезут, лезут и лезут. Это как? Может, они реально бесконечно надо просто захватывать? Ой. Вот я и захватил. Нет, наверное, надо все-таки их... Я только не могу понять, а где этот захват начинается? Откуда он? Или он идет уже? Крепление в окопе. Так, КПшку отняли у меня. Ой, блин, ну вообще мало хп. Наши силы на позиции. Так, они продолжают захват, отлично. А я продолжаю раздавать кепочки. Мы заняли уже половину точек. Так держать. Так, предпоследняя. Началась. О, ничего себе, отлетел. Стоп, а не обязательно же в голову стрелять получается? Ну-ка. Можно и так, что ли? А, можно и так. Блин, а я именно в голову пытался. Думал, надо именно в голову засаживать. Нет? Оказывается, можно и в тело. Так, а патроны кончились. Ну, зашибись. Вот это вот я не понимаю. Как так? Может, можно как-то взять? О, можно, да. Или нет? А что я подобрал? Да, я что-то подобрал. Отлично. Хорошо. Я-то думал, где брать патроны-то? О, эта пушка получше будет. Хотя у нее урон может быть не такой. Ладно, я бегу. Перебегаем. Идем в нападение. Так, сверху бегают. О, здесь можно вот так делать. Это нормально. Оп. Так, мне всадили, к сожалению. Так, я еду снова с ботом. Так, давай, вези меня. Стоп, или это я еду? А, я еду. Как это? Я управляю танком одновременно, и я сверху еще. Такое возможно. Так, задача... Тут, наверное, никак не проеду. А, не, наверное, туда как раз-таки и надо мне. Окей.
Ну, едем хорошо. Так, ну-ка. Сложно, поворотливая техника. Ой. Так, ну-ка. Я думаю, что на танке я смогу. Ой. Куда я там дал вам? Так, привет. Да как вы живы-то остались? Вы чё? Смотри, они живы остаются. Это вообще... Что-то непонятное, блин. А на пулемет можно как-то пересесть? Здесь есть пулемет? Как его переключить-то? Так, я вас просто давить тогда буду. Так, выйти из техники. Не успел. Подорвали. А это кто тут? Двигатель поврежден. Да выйди отсюда. Так, пошли захватывать. Захватил. Так, осталось 300 всего солдат. Это наших, да? Получается. Наша команда начала захват. Так, мне достался снайпер. Ага, захват, вот хорошо, 288. Там последнюю еще надо, чтобы хватило. А что, прыжок тоже не работает? Прыжок работает. Я так и не понял, где управление? А, вот управление, блин. Движение. Присесть. Я не могу понять, почему оно. Ну, а почему он не приседает? Что-то сломано, короче. Камон, я горит. Наши силы занимают точку. Так, ну что там, захват готов? Чуть-чуть там осталось же. Давайте возьмем эту точку. Под наш контроль. Ой, ничего себе у вас тут. Так, я назад. Сори. Опа. Двоих сразу. Final. Так, все, всех перебил. Крепость захват. Все, я захватил, не? А что она не захватывает? Давайте возьмем ее. У нас 163 осталось, очень мало. Давайте, парни, осталась последняя точка. Окей. Так, все, этого прибили. Последняя точка, и эта победа будет, должна быть. Вот это, да? Где это? Да что? Я забыл, как карта называется. Метров
Где-то в углу там. Ну, я думаю, нашей армии хватит для захвата этой точки. По крайней мере, я рассчитываю на это. Ой. Так, ну тут они прямо... Попробуем ворваться туда. Ой, кинул что-то. Так, все, я бегу. Захватывать! Ой, мимо. Попал. Ой, не-не-не, стоп, подождите. Секундочку, я не хочу туда. Так, захожу теперь. Бараки, все, берем бараки. Аккуратно сейчас здесь зажмусь. Так, это наши вошли. И мы захватываем бараки. Все отлично. Это хорошо. Это замечательно. Это великолепно. Это мне вполне устраивает. Так, все, это будет у нас победа должна быть. Так, отлично. Сейчас я... Так. Готово. Так, это наш. Все отлично. Должна быть победа. Хорошо. Отлично. Все, всех перемочили. И это последняя контрольная точка, которая принесет победу нашей армии. Бегай себе, ты молик кинул. Так, все, это победа. Победа. Армия союзника совершила успешный штурм вражеских позиций. Ура! Так, награда за достижение уровня 2. Что-то мне надавали. Это была битва за Тунис. А ты, если здесь впервые, подписывайся на канал, ставь лайки, комментируй. И увидимся.